Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, ссылочки в описании. Сегодня 5 сентября. Я нахожусь в Сочи, на Сан-Ремо. Очень многие меня просили снять здесь видео. И оказавшись в Сочи, я решил, что стоит снять его здесь. У нас отличная погода, люди вот купаются, ходят на досках. Водичка, конечно, немножко мутноватая после вчерашнего шторма. А так тепло, я бы даже сказал жарко, около 25 градусов. Солнышко печет, ветерок приятный, прохладный дует. Народ купается, облачка загорать не мешают. Вот смотрите, тут вода попрозрачнее, чем с другой стороны Буна. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!